Друзья, привет, с вами Георгий, и сегодня я сниму такое короткое видео о очень интересном растении, которое называется Echeveria Rainbow. Вот она называется в переводе с английского культивар «радуга». Это пестролистная Echeveria Perle von Nürnberg, и при определенных приемах выращивания можно получить из нее вот такой кустик. Моему кустику где-то 4 месяца из небольшого относительно растения, которое я срезал, и получился вот такой вот кустик. Сейчас в теплице вечерами прохладно, потому что конец августа, и вы видите, что растение очень яркое. Видео снимаю в вечернее время, уже темно, если вот так посмотреть. Снимаю под лампой, поэтому, может быть, будет некое искажение цвета. Но кому интересно, я буду выкладывать фотографии в группе ВКонтакте, и вы сможете воочию увидеть и при дневном освещении какое-то растение красивое. Также в Инстаграм я постоянно выкладываю короткие видео, либо фотки с этим растением. Очень мне оно нравится, очень необычное, очень интересное. Выращивать ее не сложнее, чем обычную какую-то чеверию. И вы видите, какая красота получается. То есть краски какие-то кислотные, действительно радуга. И что интересно, она вот летом была, как обычная Echeveria Perle von Nürnberg, а к осени стала вот такой красавицей. То есть когда ночные температуры стали ниже, жара спала, она окрасилась просто шикарно. Конечно, со временем постараюсь размножать такую красоту. Хочется ее побольше. Все в оранжерее разные. Из нее, наверное, очень круто будет разные садики делать, композиции. Ну, просто вообще удивительное растение. Ну, на заднем плане видите хавортии, которые тоже начали надуваться. Почуяли прохладу после лета, которого практически не было у нас в Москве. Вот, но посмотрите. Я стараюсь снимать аккуратно видео с рук. Насколько это шикарный, жирный и яркий экземпляр. Растет он у меня в торфяном субстрате с большим слоем дренажа, наверное. Две трети у меня там дренажа и питательный торфяной субстрат. Удобряю я это растение не часто, наверное, где-то за лето раза два, наверное, все получилось, потому что руки все не доходили до растений. Но как-то так. Тем не менее, видите, насколько это растение благодарное. Яркая, красивая и, в принципе, достаточно компактная. Хотя вот этот горшок 0,2-литровый, она так в нем гармонично смотрится в окружении хавортий трунькат редких. Ну, вот такое короткое видео будет чисто про этот экземпляр, потому что он мне попался на глаза, и я такой думаю, порадую вас видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, и я в таком формате короткие видео буду кидать, чтобы показывать вам какие-то интересные экземпляры своей коллекции. С вами был Георгий. Пока.